И это привет. Так, в общем, купил в Магните всякое, но это не важно. Там червячки, хлопок, чеки, олеги всякие. Вот что важно. Эти все продукты питания, они не нужны сейчас. Вот что нужно. Сейчас мы об этом поговорим. Нож, иди сюда, пёс. Червячки, кони, рыбки, мячики, птички, все сюда, все сюда. Только что вот прям сход, значит, в двух словах. В конце года, а это уже скоро, если я доживу, я планирую снять видос о самых охрененных покупках 2019 года. И, возможно, еще видос о самых нелепых и тупорылых, в общем, жалких, ненужных, случайных, неправильных покупках тоже 2019. И по одну из этих категорий, в один из этих топов, вот этот товар, мне кажется, попадет. Он стоит 200 рублей. Я решил все-таки на нем немножко похайпить, наверное. Потому что у него скидка больше, по-моему, 50%. Вот эта вот штука для освежителя воздуха. Я был у одной тетеньки в гостях, и в туалете он мне брызнул прямо в лицо. Знаешь, такой, как попугай, типа тупой, но как будто все понимает. А может, правда все понимает. Вот, искусственный интеллект, хотя его тут нет. Давай посмотрим, что это. Стоит меньше, чем 200 рублей. И уже давно. И, возможно, в твоем городе он тоже есть. И их не очень берут. Вот, я решил, что я точно не знаю, хочу его или нет. Но я решил, что для видоса, хотя бы для видоса, его точно можно купить. Как он тяжело распаковывать. Тут написано, что в комплекте должен быть сам ароматизатор, один картридж и две батарейки. Есть инструкция. Вот, женщина в комплект не входит, а батарейки входят. Лучше бы наоборот. Женщина в комплект входила, а батарейки не входили. Так, вот наш этот ароматизатор. Я просто не знаю, как он называется. Сочный манго, ароматический аэрозольный освежитель воздуха. Ароматический аэрозольный. Так, вот эти штуки продаются отдельно. Некоторым они очень нравятся людям, и они их отдельно также покупают, просто вот так вот брызгают. Ух ты, он пахнет прямо манго, да? Да, он прям манго пахнет, как... Реально, как настоящий манго. Так, инструкция. Значит, вот эта штука открывается. О, у нас две бесплатных батарейки. Они в комплект входят. Так. Там видео еще не кончилось. Какие они прикольные. Все, как я люблю. Ничего лишнего. Ничего личного, ничего лишнего. Так, и у нас что? А куда их вставлять? О, прикольно. Сюда. Так. А, тут нарисовано. Одна, значит, идет так. А другая... Так, все, вставил. Блин, они прикольные такие, беленькие. И тут можно выбрать какой-то режим. Первый, наверное, ничего. И вот, а как выбрать режим? 2 метра над головой надо вешать, а не рядом с толчком, как некоторые. И выбор режима, я не знаю, это надо читать. Направлять устройство на лицо. Автоматически. Так, не направляйте. Автоматически через 15 секунд.
А как узнать, сколько установить интенсивность? А, интенсивность. Прикольно. А сколько, как узнать, он съезжает целую комнату? А как узнать, сколько он, через сколько он брызгает? Через час, через два? До 60 дней свежести. То есть на минималках он может 2 месяца вот так стоять и пшикать. Ну понятно. Давай поставим вот на это. О, тут даже что-то написано. Ага. Вот по умолчанию он стоит типа выключенный. Давай его на максимум поставим, чтобы он максимально пшикал. Так, я думаю, крышку надо снять. Вот это вставляется вот так вот. Вон прям видно, видишь? Хопа. Ты, он что-то... Там что-то происходит. Какая-то механика. Так, давай его сначала выключим. Что-то он там начал... Нажимать. Так. Подожди-ка. А, все нормально. Да блин, надо было сначала в эту херень вставить. О, жесть. Так. Оп, и вот эти риски совпали. Я все догадываюсь, я инструкцию пока не читал. И ставим на максимум. Так, тут есть дырка, то есть его можно на гвоздь повесить. О, он уже... Сука, ты козел, ты что делаешь, пес? Вот пес, я только руку поставил, взял меня и пометил. Я теперь пахну магной. Магией, как он, тропическим манго, во, манголоидом. Фреш, дыня, огурец. О, хоть бы такую найти в продаже. Дыня обожаю, прикинь, в туалете пахнет дыней, это же мечта поэта. Так что, ну что, как, долго ждать, я не знаю, сколько ждать. Вот, видео уже подходит к концу. Давай прочитаем вместе. Ознакомиться с мерами предосторожности перед использованием только по назначению врача. Внимательно прочитайте меры предосторожности к смене пола аэрозольного баллона. Баллон находится под давлением. Установите регулятор интенсивности распределения аромата в положении off. Ни хрена бы не понял, если бы читал. Так же, как в школе. Заставляют читать, и ты ни хрена не понимаешь. Покажи мне, как, пес. Используйте только щелочные батарейки. Ой, да. Никогда не используйте батарейки разных типов или производителей. Да ты что, берегите батарейки от воды, огня, воздействия высоких температур, лавы, радио, этих изотопов. Короче, батарейки текут, немедленно выньте их, удалите все потеки и поставьте им прокладки. Меняйте батарейки, если устройство долго не используется, утилизируйте батарейки автоматически. Сами съездите на полигон, закопайте батарейки на 200 метров под землю. Спасите ежика. Меры предосторожности храните доступным для детей, животных и всяких матерей-одиночек. Огнеопасно не распылять вблизи открытого огня раскаленных предметов в радиусе 10 километров от ЧС. Устанавливать, не оставлять вблизи источников тепла, холода и прочих гадостей. Электрического оборудования тоже. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 тысяч километров в час. Не вдыхать спрей, не пить, не есть, не вообще, а прекратить его в каким-либо образом в себя вставлять. Удалить контактные линзы при наличии и продолжить промывание линз. При обращении к врачу иметь при себе упаковку, этикетку, чек и фотографию продавца, который продал вам товар. Не распылять на еду и тараканов. Использовать только в проветриваемых помещениях. И
Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Состав 30%, не более пропилен, смесь бутан-пропан, изопропан, денатурат, спирт, менее 5-ти ароматизатор. Короче, так я не нашел на упаковке, через сколько времени он вообще пшикает. Неизвестно. Но можно, в принципе, проверить, если открыть, вынуть, заткнуть обратно батарейку, и он, наверное, даже пшикнет. Вот так перезапустим его, и давай подождем 15 секунд. Ля-ля-ля-ля-ля. Видимо, нет. Видимо, не пшикнет. Негодяй. Жаль. Ой. Ну ладно, давай. На этом прощаться будем. Прощение.